Всем привет, мои дорогие! С вами лисичка Эльза. И сегодня будем трейдить золотую кошечку Мумию. Но перед тем, как мы начнем, обязательно, ребят, подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео и не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видосики. Ну что же, ребятки, гоу! Пойдемте скорее потрейдим эту классную кошечку. Итак, ребят, первый трейдик. И нам предлагают сразу райд пэта. Прикольно. Райд динозаврик, он у нас уже олдовский. Каталочку, динозаврие яичко. Так, и кошечек нам еще докидывают. Здесь две белые кошечки и серенькая кошечка. Вот, классный трейдик, ребят. Вот, ну ладно, это первый трейд, как всегда, давайте его пропустим. И дальше смотрим трейдик. Так, и нам здесь накидывают серых кошек. О, нет, еще поставили собачку черную. Так, и еще два скорпиончика. Вот, ну тоже, я так думаю, прикольный трейд, почему бы и нет. Столько много петов, да, все клеточки заставили. А вот все хэллоуинские петы. Ладно, ребят, давайте дальше смотреть. А дальше нам предлагают просто Эйвил собачку плюс подарочек. Вот, но это мало, конечно же. Вот. И поэтому нет, ребят, на этот я не буду меняться, конечно же. Это маловасто будет. Давайте дальше смотреть. Так, и опять нам кидают Эвил собачку, плюс кошечки, белые, серые, бычок. Так, еще бабочку дают, смотрите, ну бабочка прикольная. Вот, ну тоже все клеточки заставили, ребят, смотрите, вот можно так поменяться. Дальше смотрим. Так, опять нам дают райд пэта, и это уже джинджер. Вот, ну джинджер как у нас не ценится, вот, и поэтому я отказываюсь, ребят, отказываюсь. Давайте дальше смотреть. А так, мышка и пет обычный. Нет, ребят, мало. Мышка и котик черный и черная собачка. Нет, мало. А мне все мало. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А мне все мало. Лягушка. Ну, нормально так, на лягушку, в принципе, можно было поменяться, ребят. Вот, если кто собирает лягушечки, там, куалочки, то можно меняться. О, смотрите, вот человек хвастается. Смотри, говорит, сколько у меня классных петов. А вот, ну я не понимаю таких людей, что к чему, да, вот так вот хвастаться, все это выставлять. Ну, есть у тебя это все, ну и ладно. У меня и покруче есть, что теперь хвастаться, что ли, ну что к чему. Пишите, ребят, в комментариях, вам попадались такие люди, которые вот хвастуны. Хвастаются своими петами. Ладно, ребятки, давайте дальше смотреть. И дальше нам опять предлагают лягушечку, плюс еще этого, господи, кто он? Пингвинчик, ребят, пингвинчик, вспомнила. Вот, ну, можно тоже поменяться, кто собирает, я уже говорила. Так, дальше мистическое яичко, караван, это что у нас, рюкзачок, да, с Хэллоуина, подарок, машина, игрушки. Ну, в общем, все пособрали, еще и мячик. Вот, ну нет, ребят, это мало. Так, давайте дальше смотреть. Вероника. О, Вероника нам ставит тоже золотую кошечку и серых кошечек. Еще золотая кошечка. О, нифига себе. А, типа, да, а, убрала. Ну, все понятно. А, нет, тоже так не люблю, когда делают. Так, дальше нам дают райд птеродактиля. А вот, райд птеродактиль у нас рарный, тоже олдовский пет. Можно меняться, ребят. Можно. А так, дальше нам дают две Эвил собачки. Вот, ну, на две Эвил собачки маловасто будет. Нет, на это я не буду меняться. Так, что нам еще предлагают? Звездочку, океанское яичко, две кошечки, белая и черная. О, ребят, кстати, смотрите, данут вот этот дают колесо. У меня, кстати, есть такая каталка, надо ее тоже потрейдить. Я еще давно, я не помню, что-то трейдила, она у меня есть. Так, ладно, потрейжу ее обязательно, ребят, потом вам покажу. Вот, сниму видео, что за нее дают. Так, а дальше нам кидают обычных питомцев всяких разных, вот. Ну, плюс аксессуары, нет, как-то мне это неинтересно, ребят. Вот, я хочу тоже на легендарочку. Ну, вот, если у меня легендарочка, я считаю, что надо меняться на легендарочку тоже. Вот, ну, а тут опять кидают этих котиков камоновских там. А вот, плюс еще эти конфетки ни о чем, что к чему. Все уже про них знают, так что, ну нет, конечно же, нет, на это я не буду меняться. Так, тут игры у меня, конечно же,
Всегда играю, обязательно, когда трейжусь, и играю одновременно в мини-игры, зарабатываю конфетки. Так, неоновый этот нет, тоже мало. Так, боксик, смотрите, еще кинули собачку и котика. Вот, о, прикольно, ребята, легендарочку дают, акулу. Классно. Вот это мне уже нравится. Легендарочка за легендарочку. И еще тем более это олдовская. Давайте согласимся. А вот, и посмотрим, согласится ли человек. Вот. А, нет, человек не согласился. Уплыла наша рыбка. Так, ладно, дальше давайте смотреть. И нам дают австралийское яичко и джинджера. О, тоже, кстати, прикольный трейд. А, как я уже говорила, за австралийские яйца сейчас очень круто дают. Я вчера, вот даже не надо долго ходить, я вчера трейдила австралийское яичко, и мне дали легендарочку Райт. Вот, дали Райт эту кобру. Так, здесь опять у меня игра началась, но ее пропускаем, конечно же, и смотрим дальше трейдики. А, собачек дают, и опять же кошечек нам дают, здесь кидают скорпиончика, все подряд. Шарики за ролики. Вот, ну, не знаю, тоже все клеточки заставили, ребят. Ну, смотрите сами, мне как бы не очень такой трейдик. Я все равно, как бы, думаю, надо на легендарочку. А вот, ну, на такую легендарочку, конечно же, лучше не меняться. Итак, дальше нам дают динозаврика и яичко беленькое. Вот, ну, нет, тоже, думаю, мало. Ждем дальше трейдиков. О, смотрите, сколько кошечек беленьких наставили. Целых 6 штучек. Прикольно, прикольно, да? А вот, ну, не знаю, даже 6 кошечек, ну, их тоже качать же надо, да? И добавляют еще серые кошки. Ну, нет, ребят, тоже не хочу на такое. Отказ. О, ребята, нам дают этого осьминожку. На осьминожку я соглашусь. Так, ладно, первая галочка у нас есть, ребята. Ставим лайк обязательно этому трейдику, чтобы он состоялся. Это легендарочка, олдовская, и поэтому я соглашусь. Так, давайте считать. 3, 2, 1, пуск, ребята. Я поставлю галочку. Конечно же, я согласна. О, да, мы почти одновременно нажали. Все, трейд состоялся. Круто, круто, круто. Ура, ура, ура. Все, я затрейдила свою мумию-кошечку золотую на осьминожку. Классно, мне понравилось. Вот. Ребят, пишите в комментариях, понравился ли вам трейд. И пишите обязательно в комментариях, на кого вы меняли золотую кошечку-мумию. Все, ребят, всем хорошего настроения, всем хороших, классных трейдиков и всем пока-пока!